Когда Елена Копысова, россиянка, живущая в Сербии, подписала открытое письмо против российского вторжения в Украину, она не ожидала каких-либо последствий. I'm not an activist, but I did sign an anti-war letter in February 22, when the Russian aggression to the Ukraine just started. I couldn't just be quiet about that, so I just put my name on the open letter. There, it was said that the war is a crime, and we must all unite to stop it. Теперь Елене предстоит судебная тяжба, касающаяся постановления о высылке. Женщину объявили угрозой национальной безопасности Сербии. Ее вид на жительство был аннулирован. Елена считает, что основанием для этого могла стать ее подпись под антивоенной петицией. We can't go to Russia. I cannot apply for any visa to enter some countries in most countries around the world. I can go only to countries that allow Russian citizens. По словам правозащитников, проблемы с видом на жительство у россиян, выступающих против войны в Украине, указывают на тесные отношения между Россией и Сербией, несмотря на стремление последней вступить в Евросоюз.